Привет из Болоньи, теперь я буду вещать вам, скорее всего, отсюда. Мы уехали из Америки, потому что у Федерика здесь есть отец, и вот некоторое время мы теперь будем жить в Болоньи. Поэтому, скорее всего, блог будет о Болоньи, и буду вещать я отсюда. Дело в том, что вот вчера мы, получается, приземлились, и там по правилам нужно соблюдать карантин, это около 2 недель. Ну, там результаты как придут, уже от этого будет зависеть, что делать дальше. Вот, но пока вот мы сняли, сегодня получается первый день, как мы здесь вчера, на самом деле я так устала, мы приехали вот где-то в 5-7 часов, наверное, вот в этом районе, я даже не знаю, у меня часы еще не работают, я не перевела время. В общем, вчера я, говорю, так устала, я просто вырубилась и проспала я где-то 14 часов, и вот получается уже сегодня мы покушали, все дела там сделали у отца его, и нам надо вот, то есть потом уже переезжать на карантинную, так сказать, квартиру. И мы сняли на Airbnb квартиру, стоила она $80, сейчас вы все увидите, я вам хочу показать рум-тур. Получается, вот мы поели, вещи свои собрали, и вот буквально здесь пешочком идти, мы специально сняли недалеко, чтобы в случае чего мы были рядышком с его отцом. Его отцу 84 года, очень старенький, уже передвигается так вот, у него палочка, все дела, уже плохо слышит. На самом деле, вот я приехала, знаете, и такое было ощущение, вот там микроволновка, она вся такая грязная, хотя вот приходят женщины, которые им помогают, но все равно они не сделают так, как они бы сделали для себя. Я имею в виду, одна вот приходит, она продукты приносит, а вторая как бы такая вот больше моральная поддержка. Но не до уборки всем, поэтому, в общем, я еще там немножко подмыла. И что хочу сказать, не оставляйте своих родителей и пожилых бабушек, дедушек, им действительно нужна ваша помощь. Понимаешь, когда с этим сталкиваешься, мы на самом деле его не бросали, а просто так вот получилось, что он, ну, естественно, совсем старенький, он уже переезжать вряд ли смог бы. Средства содержать у него есть, самого себя, то есть у него есть пенсия, которая достаточно, чтобы жить на нее. Он может сам себя обеспечить, вопрос как бы просто вот то, что рядом нету сына. Но вот сейчас он, получается, Федерико говорит, ну все, я приеду, буду за место вот этих всех помощниц. Я представляю просто, сейчас мы на этой карантинной квартире, и потом нам придется ехать, то есть вот туда переезжать, а там бомбоубежище. Вот сейчас я вам покажу просто эту квартиру, и потом, когда мы уже переедем в ту после карантина, я вам покажу ту квартиру. Это просто земля и небо. Я прям здесь вздохнула. Это такая современная квартира. Всегда у нас такое вот с Федерико есть, что обязательно мы снимаем современную, без вот этой всякой старины там. Нам это абсолютно не нравится, мы любим чистые современные квартиры. И вот мы такую здесь сняли, а в его квартире у его отца уже там, я не знаю, наверное, 200 лет ремонт не делали. Ну, как бы приходится там жить. Вот, ну, максимум, что я могу сделать, это вот я только там привожу в порядок, что-то убираю. Давайте приступим к рум-туру. Итак, вот наша дверь, получается, мы отсюда заходим. Здесь такой вот мраморный пол, коричневый какой-то леопард. Вот, мы, кстати, сюда уже вещи перевезли, поэтому где-то там будут вещи торчать наши. Так, вот мы заходим сразу здесь, получается, ванная комната. Она такая маленькая, но, в принципе, нормальная. Ну, я имею в виду, что меня полностью устраивает. Вот здесь душ, мы ванной редко пользуемся. Я все новенькое, все там чистенькое такое. Сантехника, все абсолютно, вот даже, ну, то есть такой современный дизайн здесь. Вот такие вот здесь эти прикольные, мне очень нравится. Это такая вот стилистика. Сделали разные такие лампочки. Так, здесь одна у нас, один умывальник получается, тоже все современное, даже такая подставочка типа под камень. Здесь сушилка у нас такая, и вот здесь туалет и биде. Вот в Европе очень распространено биде, а я заметила, ну, в Америке, допустим, нету такого там биде, чтобы было, это не обязательно. А здесь я заметила, что практически везде, в каждом доме есть. Так, это вот какая-то система у нас непонятная, это мы так думаем, что видеодомофон, но мы еще в этом не разобрались. Здесь счетчик,
Вот, весь дом какой-то здесь, я так поняла, Федерико говорит, это весь дом снимает Airbnb. То есть они все закупили эти квартиры и здесь делают просто ремонт и сдают их. Так, кстати, если что, я вам оставлю промокод внизу от Airbnb. Это наша спальня получается. Здесь мы уже там смотрели, все чистенькое, поэтому все такое разворошили мы там. Ну, здесь матрасик мягкий, у нас проблемы со спиной, что у Федерико, что у меня, поэтому я не знаю, как будем спать, как... Ну, потом вам все расскажу, как и что. Там у нас такой фильтр. После вируса здесь вот, я заметила, многие квартиры, которые сдаются, стали ставить себе такую фильтрацию воздуха с ГЕПА, или как там называется, ХЕПА, что-то такое, короче, фильтр. Ночник такой интересный, там интернет, но интернет что-то как-то не такой уж он и быстрый. Тут вот телек такой огромный. Все очень скромно. Потолки здесь 5 метров, огроменные просто. Ну, я еще, наверное, может быть, завтра вам сделаю тоже такой вот слегка обзорчик, когда будет такая вот здесь люстра интересная. Когда будет завтра солнышко, так будет поинтереснее, мне кажется. А так сейчас при искусственном освещении немножечко по-другому смотрится. Так, ну вот что, это получается у нас такой вот шкафчик маленький, но удобный. Кстати, вот что еще интересно, здесь есть сейф. Федерико говорит, ну это как... В отелях делают сейф. Ну, прикольно. Все равно, молодцы. Здесь стены такие черные. Вся их серия, то есть вот это от этого агентства, они все делают такие вот темные стены. Я говорю, почему нельзя делать все светленькое? Нет, они вот любят все темненькое. Мы вот заехали, получается, вот так вот у нас все здесь. Ну, будем вот сейчас я буду это все разбирать и класть на место, там где-то что-то... подмывать, подтирать. Вот это наша кухня. Такая она совсем малюсенькая. С этой стороны вам покажу. Но все новое. Даже заходишь, пахнет здесь новизной такой. Знаете, когда свежая красочка. Вот здесь у нас холодильник. Встроенный тоже. Это вот уже там продукты некоторые мы купили. Попросили вот Федерико там отца вот эту помощницу, чтобы она нам заранее какие-то продукты приобрела. Здесь такая вот две плитки. Не знаю, она какая индукционная, да. То есть только индукция подойдет, другие не подойдут. Вот здесь, значит, приборы. Тоже все аккуратненько, чистенько. Заранее они, кстати, нам присылали фотографии, что у них есть, что нету. Ну, молодцы, в общем, я так понимаю, они занялись этим основательно бизнесом сдавать. Тоже вон там мусор. У них здесь же все ресайкл тоже отдельно. Ой, все выкатывается, вообще супер. Молодцы. Там у нас тоже подсветочка есть. И здесь тоже. Здесь посуду ставить, сушить. Так, здесь у нас чашечки. Там стаканчики. Ну, молодцы, классно. Мне нравится здесь. Ну, здесь получается вот это у нас, то, что лежит, это все у нас будет стол такой, где мы будем кушать. Здесь вот получается такой вот диванчик у нас. Вот такие огромные окна. Посмотрите, какие потолки. Ну, это как называется, когда вот на втором этаже кровать, лофт. Вот, также здесь еще такая зона. Мы подумали, что вот эта кофемашина, это Nespresso, но на самом деле это другая. Она называется DeLonghi, по-моему. Да, и у нас есть капсулы от Nespresso, и вот они сюда подошли. Интересно, вот здесь так лампочка, вот это тоже сделано. На разной высоте они. Так, ну и давайте вот здесь у нас лестница на второй этаж. Пройдемся. Здесь можно тоже, Федерико почему говорит, ой, ты будешь свои видео записывать, говорит, а мне некуда деться, потому что я его прошу, так, тишина должна быть. Вот, поэтому сейчас попробуем здесь включить свет. Это, наверное, максимум, что там включается. Да, здесь нету дополнительного освещения, но вот, он говорит, здесь ты можешь там редактировать. Я иногда редактирую там по ночам, сижу, поэтому он говорит, чтобы ты мне не мешала, а я тебе. Вот две
комнаты. Очень удобно. А то я все время у нас там в зале сидела и монтировала. Так, вот у нас здесь это гардеробная. Тоже пахнет здесь вот деревцем, вот этим новым. Ну, классно. Ой, мне прям душа радуется, когда все такое новенькое и чистенькое. А вот прям туда уже возвращаться не хочется. И здесь мы тостера не увидели. И Федерика говорит, ой, да, что будем делать? Я говорю, что будем делать? Возьмем и купим тостер, в чем проблема? Я говорю, ничего страшного, там потом себе заберем. Потому что, говорю, и так вот у твоего отца, ну, вот уже старенький этот тостер. Так что вот такие вот дела. Напишите, как вам квартирка. Хотели бы вы в такой жить? Это, кстати, самая большая площадь, которая у них была. Ну, на данный момент доступна. У них есть еще много других там. Я напишу название вот этой компании. Они на Airbnb, их очень много. Я не знаю, может быть, они есть и в других городах. Ну, в общем, посмотрите. Но классно. Вот, кстати, 80 евро это было, но там полная цена была около 90 или 100 с чем-то. И, в общем, так получилось. Я говорю, Федерико, попроси у них скидку, потому что, говорю, ну, пандемия, там все такое. Может быть, они тебе сделают скидку, потому что сейчас мало кто путешествует, ну, идет простой. Может быть, люди будут более лояльно относиться и сделают какую-то скидку. Но я так думаю, что можно так всегда, в принципе, делать, если просто хорошо попросить человека, то, в принципе, я слышала, многие так делают. Поэтому, ну, лишний раз, если вы напишете, ничего страшного не будет, почему бы и нет. Вот у нас, мы написали, у нас получилось, поэтому будете бронировать Airbnb, обязательно пишите самому хозяину, просите о скидке. Вот, сейчас Федерико пошел нам доставать еду, добывать, в смысле, он сейчас пойдет, последние вещи заберет, закажет нам пиццу, доставку, поэтому мы сейчас будем дома сидеть и только доставку заказывать. Ну и что-то такое на этой маленькой плите будем готовить. Ну вот, ребят, вот так вот выглядит это при дневном свете. Сейчас вот раннее утро, поэтому не совсем много солнышка в квартире, но в принципе очень много света здесь. Ну, часов вот в 12 где-то так. А так вот, видите, большие окна дают вот этот свет. И вот так вот у нас выглядит здесь подъезд. Сейчас прям солнышко светит. Там внизу это курилка. Смотрите, как прям стульчик поставили, все дела. Вообще классно. Здесь такие вот все отремонтировано, лестницы. Вроде дом старый, но все так чистенько. Здесь я смотрю, вот сейчас убирается женщина. Я так понимаю, она, наверное, утром рано приходит и каждый день убирает. Вот такой вот здесь ремонтик. Видите? Там тоже красивый столик стоит. И вот здесь такой вот подъезд. Вот такие вот двери здесь, подсветочка. Всегда датчики движения здесь тоже, когда вы ходите. Здесь включается вечером свет. Короче, очень крутое здание. Вот такой вот был сегодня обзор на нашу квартиру. Всем спасибо большое за просмотр. Увидимся скоро в следующих видео и всем пока!